Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично. Известная крылатая фраза Войновича, которая стала уже, вошла как бы в список моих любимых крылатых фраз. Вот эти унитазы. И вот такой вот ценник. То есть сразу видно, что стоимость гораздо выше, чем на аналогичные вещи, которые можно купить в России. Вот. Но это тоже, опять же, как говорю, это американская специфика. Здесь у людей другие требования к сантехнике. Здесь нет золотых унитазов, здесь нет модельных дизайнерских унитазов. Вот как бы все, что вы видите.